Здравствуйте, в эфире телеканал «Архыз-24», программа «Экономика». Самые актуальные экономические вопросы обсудим и проанализируем вместе. На прошлой неделе в Москве прошло оглашение послания президента России Федеральному собранию. В этот раз оно длилось почти 2 часа и впервые в истории сопровождалось инфографикой и видеороликами на огромных экранах. Владимир Путин обозначил одну из главных задач, которая сейчас стоит перед страной – обеспечить повышение качества жизни людей. Ведь именно люди, как сказал президент, определяют успех государства. О ключевых моментах двухчасового послания Алексей Ковтун. Мир стоит на пороге технологической революции, и Россия, уверен глава государства, готова к этому прорыву, который возможен на основе сплоченности и таланта народа. Главная угроза для России, по оценке Владимира Путина, это отставание. Экономика сейчас показывает устойчивый рост, и эту ситуацию нужно использовать. Президент подчеркнул, что благополучие людей и достаток в их семьях должны стать приоритетом для властей. Также необходимо обновлять структуру занятости и создавать достойно оплачиваемые рабочие места. Также Владимир Путин заявил о необходимости за 6 ближайших лет вдвое снизить уровень бедности в стране. Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична. Дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие – обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за 6 лет как минимум вдвое снизить уровень бедности. По мнению Путина, серьезным вызовом для экономики страны может стать демографический спад 90-х, дающий свои плоды сегодня. Необходимо оказать поддержку молодым матерям, в том числе по линии предоставления возможности дополнительного заработка, заявил президент. По его словам, к середине следующего десятилетия Россия должна в 1,5 раза увеличить свой ВВП. Россия должна не только прочно закрепиться в 5-ке крупнейших экономик мира, но к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить. По мнению президента, нравственным долгом всех россиян должна быть поддержка старшего поколения и обеспечение роста пенсий темпами, опережающими инфляцию. При этом правительство должно подготовить специальную программу поддержки людей старшего поколения. Считаю, что будущее новое правительство должно будет подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения. К концу следующего десятилетия продолжительность жизни в стране должна превысить в среднем 80 лет. Эта цель реальна и должна быть достигнута, подчеркнул президент. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран 80+, где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия. При этом опережающими темпами должна расти продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни. Нужно по меньшей мере в 2 раза увеличить финансирование программы пространственного развития России, отметил Владимир Путин, обращая внимание на необходимость обеспечить гармоничное развитие российских городов, не замыкаясь при этом только на мегаполисах. Но разрастаясь, малые города и населенные пункты должны сохранять свою самобытность. Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие 6 лет. Россия может и должна решить вопрос обеспеченности граждан собственным жильем, заявил Владимир Путин, уточнив, что при этом необходимо добиваться роста ценовой доступности жилья. Задача стоит так. Ежегодно 5 миллионов семей должны иметь возможность улучшить свои жилищные условия. В 2017 году 3 миллиона семей в России улучшили свои жилищные условия. Теперь нам необходимо стабильно, обращая внимание, впервые в истории современной России выйти на уровень, когда ежегодно не менее 5 миллионов семей улучшат свои жилищные условия. Это сложная задача. Прыгнуть с 3 миллионов до 5. У нас вот в этом году было, в прошлом, 3,1%. А 3,1 миллиона, а нужно 5.
Но это решаемая задача. И вижу три ключевых фактора повышения доступности жилья. Первое – это рост доходов граждан. Об этом я говорил, мы должны это обеспечить. Снижение ставок ипотечного кредитования и, конечно, увеличение предложений на рынке. Ориентиром для снижения процентной ставки по ипотеке должна быть планка в 7-8%. Коснулся президент и развития инфраструктуры. По его словам, в центре внимания региональных властей постоянно должно находиться состояние автодорог. Что касается финансирования этого вопроса, оно должно быть удвоено. Состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла. Путин подчеркнул, что необходимо добиваться не только улучшения дорожной инфраструктуры, но и резкого снижения смертности на этих дорогах. Что касается доступности современных технологий, то с 2024 года в России должен быть обеспечен повсеместный доступ в интернет. Цифровые технологии должны быть доступны всем гражданам России. А говоря о медицине, Путин заявил, что тут необходимо ориентироваться на самые высокие мировые стандарты и стремиться к расходам на медицину в размере не менее 5% от валового продукта. В 2019-2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4% ВВП. Но стремиться нужно, безусловно, к 5%. В абсолютном выражении. Это будет означать, что общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое. Одновременно президент отметил, что работники медицинской сферы, впрочем, как и учителя, должны быть обеспечены достойной оплатой труда. Одновременно должен расти и уровень подготовки персонала в бюджетной сфере. Необходимо обеспечить или восстановить пошаговую доступность медицины даже в самых малых населенных пунктах по всей стране. А каждый гражданин, по крайней мере раз в год, должен иметь возможность пройти качественный комплексный анализ состояния здоровья. Далее речь в послании шла о проблемах экологии, доступности образования, цифровизации, в каждой из которых были подробно обозначены планы на ближайшую перспективу. А ключевой частью выступления президента стал рассказ о новых системах обороны, которым Путин отвел большую часть своего выступления. Завершая послание к Федеральному собранию, Владимир Путин подчеркнул, что жители России всегда были и будут вместе. Ведь только вместе можно добиться процветания нашей Родины. Нам надо быть смелыми в замыслах, в делах, в поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит, приносить пользу своей семье, детям, всей стране, менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем. И тогда предстоящие десятилетия, весь 21 век, безусловно, станут временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я верю, так и будет. Алексей Кофтун, Оксана Качкарова, Архиз 24. Карачаево-Черкесия и Тироль расширяют сотрудничество. Это заявление главы государства прозвучало на совместной пресс-конференции Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. В заявлении, посвященном итогам переговоров с федеральным канцлером Австрии, президент России сообщил о подписании документа, предусматривающего расширение взаимодействия между правительствами Карачаево-Черкесской республики и федеральной земли Тироль. Напомню, в минувшем году в рамках перекрестного года туризма Россия-Австрия глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в ходе официального визита в Австрийскую республику подписал соглашение о торгово-экономическом, социальном и культурном сотрудничестве Карачаево-Черкесии с главой федеральной земли Тироль Гюнтером Платтером. Отдельное внимание уделили господином канцлером развитию межрегиональных обменов. За прошедший год в Австрии проведены презентации Псковской, Тверской, Ярославской областей России. Состоялись дни Москвы в Вене. Подписаны документы о расширении взаимодействия между правительствами Красноярского края и федеральной землей Каринтия, Карачаево-Черкесии и Тироля, Челябинской области и Штирии.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в Грозном принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию Северокавказского региона, которое в столице Чечни провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Совещание было посвящено системе занятости и положению на рынке труда СКФО. Дмитрий Медведев отметил, что позитивные сдвиги в этой сфере есть. Только по официальным данным за последние годы на Северном Кавказе число безработных уменьшилось с 500 000 до 135 тысяч человек. Но при этом безработица в округе все равно вдвое выше общероссийской. И это на фоне высоких темпов естественного прироста населения. Премьер назвал ряд ключевых проблем, которые требуют новых решений. Во-первых, продолжить ориентацию системы подготовки кадров на реальные потребности экономики. Активизировать работу региональных служб занятости. А еще, по мнению Дмитрия Медведева, активных действий со стороны органов власти требует проблема борьбы с неформальной занятостью. В этом есть проблема, потому что права неофициальных работников законом не защищены. В результате в экономике образуется серая зона, а сами работники при этом не получают никаких трудовых прав, их пенсионные права никак не учитываются. Поэтому вывод этих трудовых отношений из тени является тоже весьма важной государственной задачей. Здесь требуются стимулы для того, чтобы легализовать такую занятость. Также Дмитрий Медведев призвал бизнес-сообщество СКФО инвестировать в создание новых рабочих мест, причем не только на предприятиях, но и в социальной сфере. А глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, в свою очередь, проинформировал председателя правительства России о мерах по снижению безработицы, которые предпринимаются на территории Карачаево-Черкесии. По программе разработки мероприятий в сфере занятости мы очень достаточно серьезно обсуждали вместе с трудом и вместе с Министерством предназначения. Все институты развития, которые сегодня при Министерстве образования Кавказа дают достаточно огромные результаты в плане инвестиционной деятельности. Ну и, конечно же, не может не влиять на снижение безработицы и те мероприятия, которые мы провели за последние несколько лет. Если вот просто небольшой пример, ликвидация очередности в детских садах, детских дошкольных образовательных учреждений от 3 до 7 лет, у нас 10 000 мест мы видим. Это позволило нам создать 2500 рабочих мест. В поселке Архыз прошла вторая всероссийская конференция стимулирования реализации инвестиционных проектов в СКФО. И участниками стали представители федеральных органов власти и органов власти Карачаево-Черкесии, а также представители бизнеса в лице отечественных производителей оборудования, работники сферы энергетики. Какие вопросы обсуждались во время конференции в нашем материале? Более 70 участников из разных регионов страны. Ведущие эксперты энергетической отрасли, представители власти и бизнеса. Они приехали сюда, чтобы вместе найти ответ на два вопроса. Как повысить энергосбережение и поднять инвестиционный потенциал своих регионов. Цель – поделиться опытом, поделиться мнениями, да, то есть и выработать какую-то единую стратегию развития в области энергоэффективности, в области энергоснабжения, да, то есть которую безопасности, вот, ну и альтернативных, конечно же, источников энергии, там, ну, таких как малая генерация. Также в конференции активно участвовали энергетики Карачаево-Черкесии. Они делились с коллегами наработанным опытом, узнавали от них что-то новое для себя. Здесь собираются производители оборудования, разработчики, обмениваются контактами. Это очень помогает, так сказать, расширению нашего российского бизнеса, наших отечественных производителей. В связи с тем, что в Карачаево-Черкесии идет, так сказать, стабильное развитие малой генерации, это возобновляемые источники электроэнергии, вот это Пауросгидро строит. Вот со второго квартала должно начаться строительство, ну, запланировано строительство двух малых ГЭС красногорских. В итоге конференция превратилась в конструктивный диалог между представителями власти и бизнес-сообщества. И решения, выработанные здесь на экспертном совете, воплотятся в новые региональные и федеральные законопроекты. Мы как раз и говорим о том, что бизнесмены, что бизнес может сделать для развития региона. А кто, как не руководитель, вот представители органов исполнительной законодательной власти, могут подсказать для производителей, что необходимо разработать, что необходимо внедрить, продать, какие должны быть инвестиционные проекты, на что выделяются деньги. Сначала все выработанные экспертами предложения будут проанализированы на предмет экономического и правового эффекта, после чего начнется их поэтапное внедрение в региональное и федеральное законодательство. Мадина Лайпанова, Радомир Князев, Архыз, 24.
Более 3 лет первый визовый центр был частью известной в стране сети туристических агентств «Турлидер», но с 2015 года стал функционировать как самостоятельное предприятие. Уже более чем в 20 городах страны открылись филиалы центра, и сеть продолжает расти. Теперь и Черкесск вошел в их число. Обо всех возможностях визового центра в следующем материале. Визовый центр в Черкесске поможет оформить всем желающим визу более чем в 45 стран с минимальным пакетом документов без какого-либо дальнейшего выезда и посещения посольств. Долгая и сложная процедура самостоятельного оформления теперь в прошлом. У нас в Кричаве Черкесии нет визового центра, куда может обратиться клиент, чтобы поехать в любую страну зоны Шенген. Для этого ему необходимо было выезжать как минимум для визы в Италию, это минеральные воды, для визы в другие страны, Краснодар, Ростов, в зависимости, куда он собирается ехать. На сегодняшний день мы готовы предоставлять визы во все страны зоны Шенген, включая все остальные безвизовые, визовые и электронные визы. Здесь же можно подобрать удобный маршрут для дальнейшего путешествия. Также первый визовый центр предлагает огромный спектр услуг, из которых можно отметить страхование клиента во время путешествия от всевозможных рисков в чужой стране. Есть такой продукт, как страхование выезжающих за рубеж. То есть вы на протяжении всего своего туристического перелета, всего своего отпуска будете застрахованы от всех рисков, от несчастных случаев, от травм и так далее. То есть есть большой очень перечень услуг. Значимость для нашей республики визового центра отметил министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаева-Черкесии Анзор Эркенов. Это большое дело и большое событие, когда в нашем регионе открывается визовый центр, и не нужно ездить в соседние регионы для того, чтобы оформить, сдать документы, откатать пальцы для того, чтобы сегодня это новое требование стран шенгенской визы. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это очень правильно и нужно для нашего региона. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать вас по всем вопросам получения визы для увлекательных путешествий в другие страны. Посетить первый визовый центр вы можете по адресу город Черкесск, улица Парковая, 17, второй этаж. Ренат Ибрагимов, Мурат Кемрюгов, Архыз 24. Сбербанк приступил к роботизации контактного центра. Теперь на все вопросы корпоративных клиентов будет отвечать робот по имени Анна. Запросы, которые требуют участия сотрудника, также обрабатываются с использованием роботизированной технологии с помощью когнитивного виртуального помощника. Робот анализирует разговор оператора и клиента и самостоятельно предоставляет оператору дополнительную информацию, необходимую для оказания консультации. В результате скорость обслуживания клиентов по определенным темам возросла на 50%. А средняя продолжительность звонка в контактный центр для корпоративных клиентов теперь составляет 3,5 минуты. Мы используем искусственный интеллект для решения самых разнообразных задач. Одна из них – сокращение времени обслуживания наших клиентов за счет качественного и удобного сервиса, достигаемого путем автоматизации работы контактного центра. Цели Сбербанка – существенно сократить среднее время обслуживания клиентов, увеличить долю решения запросов клиентов и в течение 2 лет перевести в роботизированную систему обработки все простые запросы клиентов. Федеральная налоговая служба к октябрю запустит единый государственный реестр актов гражданского состояния. Он объединит разрозненные системы ЗАГСов и станет основой для создания в России единого реестра населения. Об этом заявил глава ФНС Михаил Мишустин. В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов отметил, что реестр должен объединить цифровые системы реестра адресов, реестра населения, а также единого государственного реестра юридических лиц. И это станет основой цифровой экономики. Реестр ЗАГС объединит все записи актов гражданского состояния с 1926 года. Он позволит ФНС выявлять взаимозависимость физических лиц по признакам родства, в том числе бывших супругов, родителей и так далее, на которых налогоплательщики часто оформляют свое имущество для того, чтобы скрыть истинный размер своего дохода. Семейный бюджет – это заработанные деньги всеми членами семьи, которые важно уметь правильно расходовать. Многие среднестатистические семьи сталкиваются с такой проблемой, как нехватка денег до зарплаты. Почему это происходит? Может, это маленькая зарплата, а может, это неграмотное расходование денежных средств. Итак, основное правило планирования бюджета называется 20-30-50. 20-30-50 – это не возраст, это проценты. Звучит это правило следующим образом. 20% дохода необходимо откладывать на
свои долгосрочные цели, например, выход на пенсию или направлять на погашение задолженности. 30% – это максимальная сумма, которую вы должны тратить на жилье. 50% дохода можно тратить на все остальное. Важно отметить, что порядок распределения суммы расходов на различные нужды должен быть именно таким, как указано выше. Сначала экономим или гасим задолженность, и только потом тратим на все остальное. На сегодня это все. Мы продолжим следить за новостями. Смотрите «Экономику» на нашем телеканале и всегда будьте в курсе.